Еще не вышли мемуары принца Гарри, но уже стали причиной раздоров. Британские таблоиды и инсайдеры дискутируют, насколько откровенным будет Гарри, какой ущерб он готов нанести институту монархии и какой будет реакция его отца. Тем временем книга стала причиной скандала между Гарри и Меган. Ходят слухи, что герцогиня Сассекская сильно нервничала из-за того, что ее муж попросил у бывших возлюбленных комментарии. Особенно вывела Маркл из себя беседа Гарри с Челси Дэви. Молодые люди встречались с 2003 по 2010 год, успев за это время несколько раз расстаться и сойтись вновь. Но и после окончательного разрыва бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения. Считается, что если бы Челси не противилась публичной жизни, принц женился бы на ней. Стоит сказать, что бывшая девушка Гарри в начале 22 года вышла замуж. Но Меган все равно ревнует. Поговаривают также, что герцогиню очень встревожили слухи о секретном аккаунте Гарри в Фейсбуке, где принц размещал свои фото с бывшей. Другие СМИ скептически относятся к информации о жгучей ревности Меган. Ведь она ничего плохого никогда не говорила о Челси. Да и роман Дэви с принцем закончился задолго до того, как сассекские начали встречаться. Ранее сообщалось, что последний разговор Гарри и Челси состоялся накануне его свадьбы с Маркл. Он был крайне эмоциональным, но оба признали, что их пути разошлись окончательно. Надо сказать, не только экс-девушка становится причиной ревности со стороны Меган. Летом, по слухам, Гарри прямо на глазах своей благоверной флиртовал и обнимался с таинственной блондинкой на матче по поло. Неназванный источник утверждал, что герцогиня была расстроена, увидев, с какой нежностью другая женщина относилась к ее мужу. А как вы думаете, есть ли у Меган поводы для ревности?